Доброго времени суток, дорогие друзья, подписчики и гости канала. Сегодня 6 марта, праздничный день. Проводы русской зимы или широкая масленица. Решил выйти прокатиться на лыжах, поснимать природу. Кто-то сегодня тут проходил. Видимо, вот дети, ребятишки катаются на тюбингах, на санках. Вот наш пруд когда-то был чистым, но теперь испортили. Здесь нет ничего. Накатали горку. Тоже радуются последнему снегу. Лет, наверное, 20-30 не было такого снега, сколько я прожил. Вот тут замеряем. Ну, тут 40 сантиметров. Но это поле, поле, где выдувает снег. А вот где ложбины разные, там огромная глубина. Как говорится, голод не тетка. Вот тут лиса прошла. Мышковала. Искала добычу. Вот здесь было русло реки Матренка. Красивейшее место. Ну что, пора домой, наверное, собираться. Посмотрели окрестности. Так, едем назад к дому. По пробитой лыжне гораздо удобнее ехать. Снег уже не проваливается. Завтра еще денечек будет. Попробую пройти километра 3. Сегодня пару километров прошел туда и обратно. Раньше были в этот день массовые гуляния, проводы зимы, широкая масленица. Народ весь отдыхал. Здоровья всем, удачи, благополучия.